начался второй тайм матча Трансгаз Интеравто. Интеравто ведет со счетом 3-2. Первый тайм завершился вторым забитым голом команды Трансгаз. Посмотрим, как будет складываться второй тайм. Ну, главное, чтобы без травм. Трансгаз чудом не забивает. Ну, есть еще шанс у этой команды сравнять счет. Смотрим. Yeah.
также едва отбились игроки Интеравто. Сравнивает счет поединки 3-3. Составляет 4-3 в пользу команды Интеравто.
нечто невероятное. И просто не везет команде Трансгаз снова для того, чтобы сравнять счет, нанести удар. Также сравнять счет, либо выйти вперед. В общем, время покажет игра.
счет 3-4 в пользу команды «Трансгаз». Вот, только я сказала, и «Интеравто» забивает пятый гол. Теперь ведет со счетом 5-3. Время-то идет, а игра стоит на месте. И очень хороший был тоже момент, немного точности, и можно было бы забивать шестой гол. Трансгаза не очень велико, но времени меньше, все. Кстати, сейчас команда играет без вратаря, команда «Трансгаз». Интеравто. Трансгаз пытается организовать атаку, игроки команды соперника не позволяют, не дают ей. Полторы минуты, и счет составляет 4-3, 4-5. Чтобы добиться ничейного результата.
счет 4-5 в пользу команды Интеравто. Завершен со счетом 4-5 в пользу команды Интеравто.